Ну, на севере две метки наблюдателя. Только вопрос, что мне там ловить? Или у них есть лодки? Я думаю, ты пойдешь на юг. На А, 1.6. А, вижу, вижу, да? Окей, без проблем. Умирать так с оптикой. По факту. Тут, кстати, оптика неплохая. Можно переключаться. Ну, если она зайдет в ауткет. Ребята, зовите меня. Ребята. Нет, Белки RPG, конечно. смотрел прохождение по Call of Duty через консоль и уснул. Call Батин of Duty. Удивляет. Чисто дутый кал. What are you talking, you fucking slave? About. Do you know the way? I... бля. Сообщить карта дела, что-то там того. Да, это пиздатые барабаны для РБК забейте. А чё с ними не так? АХЗ. Ну я их возьму. Потому что других патрон нет, как бы, да. Так, в этой же РПК лежат барабаны. Я положил их. Это мои стандартные. А это какие-то другие. А там перед он это того, да, самое все, капец. А, ну да. Я это уступлю, кто здесь сидел у этого. Я. Чё, нахуй. Да, я же говорю, уступлю место тому, кто сидит. Блять, уступаешь его место, он все равно не нравится. Иди нахуй. Там кто-то другой сел, я ж там изначально сидел. А, ну, это Свич, да? Да. Чё Свич? Ой, я прям перед тобой сижу. Чё Свич-то, ну, опять, да? Исаак? Свич, как обычно. Пиздит места нахуй в общественном месте. Тебе это, 16 вроде нет. Есть. Оо, ну это разъёб. Причем тут? Попустил. Я не понял, при чем тут, блядь, 16. Ну, тебе на передние места нельзя. Тебе тоже нельзя, тебе нет 18. По-моему, на это похер, как бы 16, разве нет? Че они хотят, вы, блядь? Я хочу разъебать. 16 лет, а уже пьяный, ёб твою мать. Просто 17-летний Сыч думает, что он, ой, какой взрослый. У нас вроде больше но... Он просто жизнь прохавал эту. Он в своем познании настолько преисполнен, что, блядь. А завтра я, короче, в магазин пойду и вместо хлеба куплю себе бутылку водки. А завтра пить. ВДН, кстати говоря. Вот, хорош, вспомнил. Я думаю, эти статы надо уже, блядь, записывать сочинные куда-нибудь. Блядь. Я просто хоть чему ты научишься, да. Блядь. Нахуй, блядь. Пойду нахуй в магаз, куплю себе вместо, блядь, хлеба бутылку водки, нахуй. Охуенно. Все ж так делают, правда? Да, все так делают, нахуй. И похуй, что он меня не знает, блядь. Ну, не знаю, как бы сравнивать цену булки хлеба и бутылки пива. Ну так берем пиво. Вон на лунь быкует, не зашел вообще. Вот у Исака нормальные глаза. Кто, блядь. Сычек? Вот посмотри, Исак, на меня. Вот, нормально, ты а тоже у меня не укуренный, да? У тебя да, вот, кстати, у него всех укуренный. Ну, белок есть, но он такой маленький, а вокруг все такой красный, красный. Да? Да, да, да. Да, вот, а у тебя... Стоп, где... стоп, 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 стоп! Барбарин, чё не а чё будет? Стой, 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 а почему у нас 6? Потому что у нас было 6, а, всё, я затупил, думаю, у нас 8. Поехали. А че челика не задает? Это барбарист, это наш, это он коробку тащит, блядь. А че он не наш он че, не реально исполнится? Да, наверное, но а, он прям так идет, вот он идет так, на него... Не, ну я смотрел, там никого не было. Задним ходом в него, нахуй. Сейчас вы отправились на орбиту, блядь. Коробка главная идет, блядь. Нет, там метров было 2, так что нормально. Уничтожил его просто. Итак, рассказываем анекдоты. Мото, давай ты первый. Мото-мото. Неинтересно, давай следующий. Давай, Саш, ты расскажи. Я... не знаю. Я... Пошёл ты, чё ты? Ты иди ты нахуй. Да, как ты это сделал? Ты же сидишь в конце грузовика.
чисто секретарь с этим, за кого сговорились, блядь. Разве? А, да, да, да. Блядь, один чумазый, другой негр, блядь, другой пидорас. Я понял сейчас. Ты, резин укутанный, обкуренный. Нет, про пидораса мы только что узнали, как говорится. Нет, пидорас это напротив тебя сидит. Слышь ты! А, это у меня есть такой, знаешь, такой, так, погодите, а кто это сидит? Я просто, знаешь, это приближенно смотрю на Вуди, прям, рот. Слышь ты! Блять, не дать ему Мотоган. Да нет. Не, ну Вунь сегодня, блядь, побывал во всем просто. И тупой пиздой. И пидорасом. День открытий тупо. А почему вы без оружия сидите? А, это слышишь, Сак? Это мы это. Охрана, это военнопленные. А, хуй военнопленный в балаклавах. Без наручников. Предатели, ну мы с оружием на них отличим. А тутух все. Тутух, бабах. А я такой, знаешь, это. Предатель вдвойне. Мы их везем, но я убиваю тебя. Я их освобождаю. Ну я попрочнее тебя буду. Сука, сейчас твое лицо нахуй превратится в фарш. Еблан, чтобы лицо превратить в фарш, то нужно его через мясорубку провести. Долбоёб. Да мне, блять, одной пули хватит нахуй. И одного кулака. Пуля дырку сделает на воле, дебил. Да мне похуй, у меня там это. Учи географию, еблан. Пидорас. Котел просто верблюд нахуй. После каждого слова. Не, ну ладно, прости. Он просто этим. Как его? Снюсом закинулся. Да, ну да. Ай. Мы два дерева срубили. Нихуя. Мы еще и дровосяки получили. Пойдем по 6 метров отрубим нахуй и продадим. Да, продавал. Нахуй войну, давайте бизнес подойдем. Учист лайф какой-то уже. Ну да. Все, мы приехали. Что, мы на метке? А, блядь, не тянет. О, я уже выпрыгнул. Здесь нормально. Реквестирую GPS обратно. Штор в это высаживаю от машины чуть назад. Ну я пошел в свою нору. Да, давай. Ну я даю сейчас. Можно сбить как-то сориентироваться, где. Грант, ну смотри сзади машины. Ля паузет. Слышь, а на камни можно и поставить? Тут есть, короче, пиздатые холмы, тут туда все видно вообще. Грант, можно метку, чтобы сориентироваться куда идти? Не, ну еще есть еще здесь, тоже неплохой обзор, видишь? Слышь? Так мы на 1.6 зеленый. Ровно, да? А ну тогда ну, да. Это вам туда на камни огромные. Блин, а мне далеко идти, а чё типа так далеко поставил? Машину? Ты, я поставил. Врач, а тут камни ходят. Здесь камни до хрена. Хочешь, чтобы мы перевернулись? Я не хочу. Пусть. Я встал примерно где надо. Нет, я про свою метку на юге далеко. Ты так говоришь, как будто я КС. У 1.6 будет какие-нибудь приказы? Штаб? А у них оптика есть? Да, у них такой оптики пиздатый. А ты видишь Warrior, сколько оптики? Warrior? У него максимальная 2 километра или 2500. Пушка 2300, 2500, не более. Пулемет еще меньше. Но, сука, Милан 2 км. А что за менты на карте стоят? Это наши помощники. Резервисты. Резервисты. Это помойные, короче, помойные войска. Короче, ты гонишь наблюдателя Зеро с пулеметом туда? Ты что совсем? Да. Будешь сидеть там просматривать эту береговую линию. Ебать, запад лагает просто. Чисто, короче, у него плавает самая левая, черная, это как раз таки с полицейским. Блядь, чё это за высоточки? Грант, это метка для Птура, это один большой камень. По
поздравляю, вы стали счастливым обладателем. О, а, блядь, нет, мне сейчас показалось, что это десант, блядь. Мотя. Увидишь свою? А, сука. Вперед, раз, два, блядь, раз, два. Это вот этот домик, который тут, или что это, блядь, навес, что ли? Да я ебу нахуй что-то. Видимо, да. Да, этот ебаный навесик маленький. Чуть правее от него получается. Угу. Ты грузовик переставь, я его, наверное, слишком высоко загнал, еще взорвут. Вниз, назад откати его, да и все. Угу. Я вертленка его поставлю. Вертушка, если что, улетела на восток, она прям над нами летит. Ну и что, попердеть, посмотреть, понаблюдать за ней. Понаблюдать? Интересно. Аккуратно ты в камни сейчас катишь. Блять, один большой камень. Это скала называется, Сыч. Кажется, я вижу свои позиции, и отсюда отступать мне, по сути, ну, так все. Ты можешь в низину уйти за себя, типа, видишь, там? Ты на 105-й там, получается, ну, в низинке зелени маловато. Ну ладно, чем придумай, там здание есть. Ну да. Если нельзя. Нашел позицию для птура. Камешек четкий. Yeah. Смотри, не урони птура туда. Ну он уже что-то стреляет. Ну вот, судя по всему. Кстати. А что за... Там еще это наблюдатель нужен на 102-й высоте. А тут связь рвется или я просто в низину ухожу, я не понимаю. В низину уходишь. Все, я занял свою метку. Крайне. Зеро тоже практически до топов. Это твоя на 102-й высоте, да? А, это ИСК. Почти добрался. Сычек, чичек. Тебе чего? Ты на позиции? Да. Нет. Так, а что я должен здесь смотреть на метке Zero? Ну, видимо, береговую линию. У них хоть катера-то есть? Их нет, не блядь. Нет, они могут просто, типа, понизу пройти. А, будто я их увижу, пиздец. Ну, вдруг... Короче, ровно на метке сидеть не буду, а чисто в этом районе буду тусоваться. Не, ну ты тусовщик, конечно. Пока Птур спрятал, Грант, я жду, что ты будешь наблюдать это все дело. Так я сижу, наблюдаю. Блять, а вот патроны, которые мы взяли из ящиков, они что, на М-ку не идут, что ли? Там станаги должны были быть. Ну, если ты 72 брал, то нет, не идут. Я взял, да? Я чисто 5, туда закидывал 5, 56, это. 5.56 взял 45, и он меня не налазит на М-ку мою. Может, там другие были? Одинаковые вообще. Все, пиздец. Блять, заебись дали, нахуй. Че, у меня вообще вон сообщите картодело. У тебя он налазит хотя бы на... Да, я его одел. Только не знаю, как они будут работать.
Видимо, хуёво. Ну, я... У меня с собой только один такой магазин, остальные в машине лежат. У них будет либо какой-то гипердамаг, либо его не будет вообще. Наоборот, дамага не будет. Туда я в жопу сбрасываю эти патроны, они не налазят. Ну как нам этот ворьер приедет, ты попробуй по нему с пулемета отработать. Вдруг взорвется, да? Да. Как в том видосе с второй армы, с кавашами и Абрамсами. В смысле, с армой второй, это в реальности все было. Точно. Мы, блядь, эти нахуй и Абрамсы, нахуй, с калашей ебошим. В лоб. Вот на нашем направлении вообще вот может вообще пойти враг? Может. Но мы в прошлый раз на прошлом отыгрыше тут и шли. Причем полстороны. Нет, просто мало ли, типа, блядь, сам такое направление идиотское. Где противник не может пойти. Противник может пойти где угодно. Даже по пути. Если им не лень. Если у них времени хватит. Что заметка грузовика на юго-западе? Какой-то грузовик, не вижу пока ничего. У меня такое подозрение, что варьеры все с другой стороны едут. Интересное подозрение. Ну их всего два. Тьфу, я думаю, техника противника это декорация местная. Уже сдвиг, понимаю. Чё, наступление, похоже, идет по западу. Вы умерли или слов?
А? Шо? А, нет, уже выезжали. Что, Сыч, как на Милане сидится? Классно, прицел классный, интересный, жаль, типа, полка нет. Сколько варьеров выбил уже? Все. Какой интересный геймплей. Сзади варьер, спереди варьер, а с нашей стороны нет варьер. Типичные сепаратисты. Типичная ситуация, когда Сычек занял Аптур. Техники нет, Аптур есть. Так Сычу и надо. По факту. Что ты ищешь, ну? Чего? Ну, понятно, куда крутится. Лучше вот так. Бра. Я. Тут типа ровно все там почти ничего не происходит, либо я никого не замечаю. Я думаю, ничего не происходит. Так и сеть, тут, видимо, можно немного подтянуться поближе хотя бы на высоту 203. Да идем в контрнаступление. О, как интересно. А в контрнаступление это куда? За противника. В какую сторону? Это везде. Юг. Наметки их вражеские. Вот потихоньку. Нелогичнее идти на север, нет? Че, зеро возвращаться? Да все, иди пока. Заебись.
вертушка работает вроде. К машине. Принято. Сейчас я мне двигатель заведу, чтобы слышали. Сучек, ты тоже свою хуйню давай тащи. Я тащу. 10 минут, как Путин идет широкий. Да, что ты хочешь? Широкий сыч, блядь. Широкий сыч тащит куры, ищет ворьеры. Я на полминуты отойду. Угу. Еще реально песенку надо припомнить. Широкий сыч тащит в тур, но всегда в кадре. Надо на сэнпад поставить эту песню. О, вижу, идет, блядь. Скрин, скрин. Ту-ду-ду-ду-дум. Ту-ду-дум-дум. Ту-ду-ду-дум. На месте. Это хорошо. Киса, тебе скучно? Тебе скучно? Я открою окно. Вообще поедем охотиться. За всякой хуйней. Можешь идти. Кстати, куда мы едем? Смотреть на всякие штучки. А, там где 1-2 были. Исаак, тебя подобрать? Ой. Исаак? Да, все слышу. Я тебя как отошел. У, часы. А там безопасно? Нет. Я тебя понял, на первом идти. Нет, оставайся на позиции, Сар, сейчас я подъеду к тебе. Что еще раз? 1-6, поеду. Блять, столько он бликует, пиздец. Вообще нихуя не видно, блять.
Как стекло разбить? А че рюкзак в машине? Рюкзак ПТ-шный. Да. Нихера вы куда едете? Угу. Вам нормально? Ну, отлично. Ну, посидишь с ним, историю ему порассказываешь, не знаю. Да. Что за хуйня, блядь? Меня спасибо, ранило. Спасибо, блядь, минус левая нога, нахуй. Лунь, сиди, вижу. Там что, разберите? Не вижу, нихуя вообще, меня... Стекло бликует. Нам нельзя шуметь. Блять. Чё, нам пизда? А это вы на вершине, блин, вы чё? Мы ебанутые. Грант ослеп, прием. Да у нас... Все нормально. Луня, ты вяжешь людей? Да. Сейчас Матугана. Окей. Ну, вас, конечно, сложно не заметить. Голову повернул сразу, вы прям на верхушке всего мира. Погибают. Ну вы были близки к тому, чтобы погибнуть, потому что где стояли вы и где обрыв? Сверните правее, я там. Да, Хай, я вернулся, мы еще живы. Исаак, ты где? Вижу. Не знаю. Может задели что-то. А, ну еще сказал, что взрыв какой-то был. Нет, мы где пересекаются, две черные линии. Куда напорный подъезжаем. Там разве не противник уже на горе? Должен быть. Но нам туда надо выдвигаться. В принципе, ты же синий. Да, давай пишем, даже пораньше. А нас сейчас гору зачистить, а потом идти. И нас уже, блядь, 1,5 миллиона лет назад заметили. Конечно. Да блять. Меня это садит. Выжидка? А, нет. Тихо, кто-то выпрыгнул! Неважно, езжайте, это с грузовиком ехать опасно. Я тоже стою, я выпрыгну нахер. Да стой, давай высадимся. Да, давайте высадка. Сыч! На эту гору поднимаемся? Сыч, выйди. Это только 347-я, нам еще выше. Ой, ебать. Там очень далеко вверх. Наш опыт, кстати. Да, наш опыт, приедите. И дистанцию лучше держите, а то мало ли... На этой горе вряд ли будет противника, вот на следующей. Ну да, это понятно, что нет. Что на севере горит? На севере? Ну, что-то горит, наверное. А триггер устроен? Я вообще 1,5 километра поставил, потому что, типа... Ну, 2,5 вбиты там. Техника. Там триггер, кстати, рашит с севера уже.
вариант, а если я проеду севернее, сейчас по синему маршруту? О, там точно кто-то есть. Что за высоте? Это грузовик был пехотный колесный. Грант, я могу попробовать по синему маршруту на высоту севернее вас проехать, если вас там заметят и разъебут. Просто... Почему вы вдвоем там остались? Я бинтовалась. И Сыча бинтовала. Понимаю. Сыча, подгоняй на нашу сейчас текущую позицию. Пока. Потом посмотрим. Он здесь не проедет, ему все равно придется или север, или юг брать. Тут ко мне дофига, он не проедет просто наверх. Не, я имею в виду вот этот самый. Ну, под самый камни загнать. Пока тут стоишь, да. Тут так круто, это капец. Тут на камни лезть надо. Ну или обход. Понятно, дешевый обход. Ну я так на всякий случай повыше возьму. Нет, пока мне по полосу. Услышите стрельбу, значит здесь противник. Это логично. Понятно. С камнем поаккуратнее, хуп один раз так съели. Нет, знаешь, меня один раз с камни сожрали и в море выплюнули, чтоб не понимал. Я чудом выжил просто. Кто-то из вас все еще ранен, тут кровь. Возможно, это я, у меня малые ссадины. Кто-то подтек. Вижу, да, пеха далеко-далеко, на 200, на 310 идет. Не разглядеть отсюда. Очень далеко. В позициях 1-5, скорее всего. Так, а это кто? Ну-ка. 249. А, это полицейский, слышишь? Я поработаю, попробую. А далеко? Он просто на камнях ползает. Он этот. А, вижу его. Так я тоже могу отработать. Че, работать? Да, работать. Если уверен, что враг, работать. Да, это враг. Эх. Попадание. Умер. Точнее, покатился. А там на высоте перед вами... Оружие отдельно упало. Ну, если хочешь, накину еще на всякий. Я не думаю, что он такое переживет. Да, логично. Ну, он минус все. Скала вас, чертов, в чем там дело? А нам на саму высоту надо забраться, да? Не, на саму нам уже не надо, ведь противник там не остался. А 1-5 метка вориор актуально? Да ёптить, не лун. Что мне делать тогда? Подгоняй как-нибудь к нам грузовик, не знаю. Да, по северу едь. Будем, никак, будем, да, по северу как-нибудь проедь, так, будем пытаться цеплять вориор. Там дымы, видать, около. Ну, я к северной метке точечной 1-2 подъеду тогда. Да, да, давай. Так, это показалось, сейчас, ну-ка. А, нет, показалось, фу, это я думал враг. А вот это я не понимаю, кто у нас ДВшка? Там написано перетягиваться в зону, слушайте. На карте. У них нет ребят в беретках, да? А, нет, все это свойство. Все, что не в беретах, вроде не наше. У них каски. Выстрел. Этого варианта. Так там на высоте даже никого нету. У нас следующее через хоум. Сейчас я перекачусь, посмотрю. Грант, а можно то тело зовут? Не, это смысл. Вот, смысл. Ну ладно. Вориор на западе, да, который через гору? Да, да, вроде как да. На западе. Сейчас я сейчас почти дошел до края, посмотрю.
Осторожно. Я сейчас тоже почти до края дохожу. Мне где-то метров 200. Я уже наравне с трупом. Тем. Так, ну я уже вижу ту сторону, только варьер не вижу. Вижу взрыв. Может, у нас сквозь текстуры видят, типа, знаешь, там планшафт искривляется, скажем так. Возможно. Он как-то взорвал. О! Сычек. А кто там ползает? С ДВшкой наш, да? У камней я с ДВшкой. Вот сижу. Аккуратнее, там тебя видно будет, скорее всего. Сычек на связь? Да, я вижу что-то сгоревшее, не пойму что. Где тачка сгоревшая, Варя, расщите, он где-то недалеко. Я так гаптур у себя на камнях разгружаю. Чё это сгорело? Хуета вражеская, скорее всего. Или наша. Я к ней подхожу, я тут недалеко от нее. Я не знаю, я вижу вроде силуэт Вара, слышите, на 290 посмотрите, силуэт вроде Варриор похож. На сколько? 290. Ровно? Ну, от меня Свунь, я рядом с Вунью. Смотрю на 290, там силуэт похожий на Варриор. Правее или левее черного дыма? А правее дыма. Намного. Но если смотреть от дыма, то там где-то меньше 290 левее. У меня бинокля нет, поэтому... Ну, у меня тоже нет. Я просматриваю, не вижу ничего. Там есть такой дом с красной крышей, где он относительно его? Красной крыши. Двухэтажный дом, красная крыша. Влево. Угу, сейчас я сменю позицию. Там... Сейчас или нет, подожди, стоп. Говорят. Красный дом вдалеке, на горизонте. Если вдалеке на горизонте, то вправо. Не, не вдалеке, а близкий такой красный дом. А близкий, не. От нас британцы на севере своих мочат на 1100 метров. Толстолсов я вижу прямо на их метке пехотной. У нас другая задача. Мы выцепляем варьер и отходим в триггер. Не знаю, то ли камень, то ли варьер стоит. Без блять, этой хуйни не видно. Сейчас я выйду посмотрю. У него не... Тебе тоже вот тут, видите, сейчас покажу. На максимальную прессовку. Вон там у камней, у тех. Что-то слева от камней. Как будто силуэт варит. Да, что-то есть, что непонятно. На высоте, где метка 1.5 варьер, там еще 2.2, две точки. Ну, точка. Там ничего не вижу. Не знаю, я посмотрел, показался силуэт, не знаю. Это, короче, слышите, это какой-то красный грузовичок сгорел тут. Что за метка 2.1 на нашем отделении? Это старая. Ну, снесите ее, а то подумай. Тут, блядь, противника, считай, уже не осталось. Они все уже в противника на 290. Камни. Ориентир камни, далеко. Ну вот, возможно, Варриор где-то там. Там койот стоит один. Вижу койот, готов по нему вроде работать или что это? Может работать, попытаться. Вертушка летит над нами. А смысл тратить и палиться, что здесь тут? Тро мне уже отработали. Ай, койот по мне работает, да. Чё за пуск был? Ой, это наш. Чего? Нет, ты в него не попал, видимо. Ты в камень попал. А, ну классно, он прорисовывается. А ты бери, правда, пулемет, слышишь? Попробую. Пуск 2. Давай. Ну, он откатывает, скажись. Я попадание, все, минус. Пока ради горю, иду. Точно попадание? Да, попадание место. Было. Окей, два ПТРа осталось еще. Я не уверен, то ли это тело, то ли это какой-то кусок чего-то. А, слышишь что, Сыч? Меняй позицию, может сейчас варю, блядь, выкатите. Оттягивайтесь в сторону триггера. Не в сам, а в сторону его идите. Я пойду в сторону 1.5, а не Джейсон. А, вижу варю, вижу варю. 340, заезжает такую-то гору. Хуй знает, что за гора. 340 от тебя? Да, 340.
где-то на позицию 1-5, что ли? Вот, заезжает на гору, на гору заезжает. Прямо да, ко мне. Вижу, да. Метка на него стоит, 1-5, видимо. Бля. Перегни тебя. Попробуй перегнать на мою позицию, на синюю 1-6. Как он, да? Я видел силуэт, не успел. Я понял, где он, сейчас перекатываюсь к вам в турну. Максимально аккуратно, максимально аккуратно. Он стоит на месте, Варриор, так что он прям бортом к нам стоит. У тебя есть шанс. А чё за ПТшник наш один бежит очень смелый к нему в сторону? Это столсы. Ну нифига себе крутой. У них контакт там вплотную, они, кажется, Милан потеряли, потому Варриор туда и подъехал. Ребята, спрячьтесь, он на юг смотрит, плюс-минус наш штурм. Не долёт у этого ПТшника. ПТшник себе баланс испортил. По факту. Я в городе Ира, где говорит Зеро. Сыч, давай, на тебя надежда. Давай, видишь его, Сыч? Нет, я не вижу его оттуда, я к вам перекатываюсь. Там дымы как раз откинули. Там я к вам перекатываюсь, мне мешает силуэт. Скатывается вниз, все, он визуально не видит. Ну, Сыч, ты опоздал. Ну, я его со своей горы не видел, я силуэт видел, но он у меня за камнем был. Короче, что, передвигаемся к северу, да? Ну я в сторону 1-5 двигаю. Пробую спиндить. Я в сторону этого. Куда он хотел все мора? Твой моры, бля, блядь. Выстрел был. С РПГ выстрел только что в городе. Сзади меня, сзади, ради. Ближе к грузовику. Да, сижу. Сидь живой. Еще один выстрел РПГ. Уже спереди. Я, наверное, перепутал там, короче, 1-5 пытается выбить, короче. Он, видимо, за камни откатился, не же. Пиздолять севернее пехота. Где-то... Ой, блядь, я загружен, пиздец. А, там Warrior выбили, кажется, да? Да, дымит. Что-то взорвалось только что, дымит. Все топим к зоне. Я пока на выстрел пойду, помогу 1-5. Ну что, окончательно выбили? Да, вон, да, выбили. Написано выбили. Окей. Жёлтый метку поставили. Ой. Грам, чё по триггеру говорят? Можно мне метку, чтобы меня 1-5 не убили? Ты думаешь сориентируйся? Ну, продублируйте, на меня поставил. Че, мне-то куда, к вам Грант подъезжает, чё? Да, можешь ко мне подъехать. Кто стреляет? Противник с 1-5 стреляет. Не, по мне стреляет. Снайпер. Со стороны юго-запад, юго-запад. Где-то 230-240. Скорее всего, оттуда же, где выбили койот, стреляют. Да, там пехота еще ходила. Не один пехотинец точно. Меня трое там было. Это ты, Сыч? Какого ты быстро там оказался? Ну, смотри меня, Сыч. Я, блядь, сука, хуярит еще. Хуй там, блядь, сука! Ой, это помню. Я не вижу, кто стреляет. Он определенно с запада что-то. Ой, ой. На западе тут войнушка, забейте. Или не с запада, что-то я вот ушел за высотку, он что-то не стреляет. На северо-западе 1-5 шмаляет жестко. Метку на себя я дал, я на южнее вас. По кому там стреляли, живые? Сам... Мотя живы? Мотагун. Мотагун умер, все? Может, без сознанку ушел. Теперь ищи его. Батя, со мной я видел, он бегал рядом где-то с чем там по городу. Ну, они КП кинули в какой-то домик бил. Я левее от домик. А я правее.
кажись, пизда ноге. Сука, с камня упал, блять, ногу сломал, пиздец. Так неожиданно и неприятно. Не, ну я, в принципе, рядом с 1.5, если у них медик есть. Малая компрессионная травма. Спросите, у 1.5 медик есть? Ну их на ДВ нет. На карте, блять, нарисуйте. А, это ты из ДВшкой, все, понял. Ты близко подобрался, я просто я оттуда не вижу, кто вот стрелял. На юге от нас пометили метку 13 со склона, не, в северо-запад. На кто у нас? Ну, блять, у меня нога... А вы, кстати, не сможете продвинуться ко мне? Я как раз, если они в эту сторону идут, то я их встречу. Они уточнили метку, они спереди. Ориентир водонапорная башня. Вижу водонапорку. Я тут на камнях чилю. Да, я, конечно, тоже вижу водонапорку. Потому что... Я водонапорку вижу, пехоты не вижу. Ну, я вот я вижу, вижу пехоту. И... Далеке, она далеке, левее водонапорки идут. Не-не-не, погодите, я помню, когда стреляли вот первый раз, это было достаточно близко стрелять. Левее водонапорки были. Так вон и наших бежу. Кто-то сможет мне ногу полечить? Я на камнях. Вон ты где? Я бегу. Терпите, аккуратнее беги, тут это обстреливается все. Я не знаю, где я бегу. Лежит по вражеству. Кого-то летающая. А, ну нет, не интересно. О, не, где ты бежишь? Приблизительно на метке, которую я поставила. Рядом со мной ГПшки разорвались, несколько штук. Это вас агрессит, походу, койот еще один. Ну, у меня пизда, скорее всего. Я под камнями лягу, нахуй. Я попытаюсь сейчас отойти к этим. Точнее, зайти в тыл дурачкам, которые от водонапорки шли. Но они были левее водонапорки намного. Вонь, примерно. А, вижу твою метку. Пытаюсь в твою сторону двигаться. Я возле каких-то... Я недалеко от дороги, где метка инвазера. Двигай в сторону, тут дорога будет, по ней будет легко ориентироваться. Ты мочи не нашли? Нет. Хуёво. Забейте тогда, попробуйте на этом самом, на грузовике собраться и к триггеру уехать. Я тут повоюю. Я бы тебе помог, но у меня нога будет бита. Как назло. А я хз где, ну где-то... Где-то я примерно понимаю... Ты на запад поднимаешься? Короче, я забираю Луни, идите нахер, мы едем в триггер. Я где-то возле какого-то двора. Так, я среди кучи построек, это где, блин? Так, Луни, ты где еще раз повтори? Где-то возле какого-то двора. Двора? Может, его ради? А, хватит, она еще на метку. Я понял, где. Я на метке красный 13-х, оказываюсь. У меня вплотную какой-то пех был у грузовика, ебать. Ты убил? Нет, я не знаю, я просто свалил от него, потому что союзников здесь вряд ли может быть. Ну я от тебя слышу, мне бы тебя забрать. Слышишь, у меня возможно еще контакт на какой-то спине. Ну я же посмотрю, если, блядь, доползу. Нахуй, блядь, подходит кто-то на унейм со спины. Здорово. Один квадратный. Он тебя не увидел, что ли? Не, он говорит, постой, 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 а. Я не знаю, кто это, я сразу сваливать начал, а подумал, это британец.
Я на метке 1.5, Джейсон. А, ну, блядь, иди по дороге назад. На юг. Да я слышу тебя, ты чё, блядь, слева, 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 налево, налево, блядь, стой, сука. Уехал вперед меня. Я слева стою, в кустах, блядь, ползу. Ползи, я назад, ты туда смотришь, блядь, на вас, на запад. На запад. Ну, говорю, иди пешком, я на спех, может, в шопе. Блять, собери и то самое, в Зоуне отвези меня. Гоните, блядь. Да я бегу навстречу. Просто сейчас на дорогу заедем и все. Подкатись ко мне, а вон пех бежит с ДВшкой наш. Так это не Гран? Да, ой, меня обстреливают. Один, два, скорее всего. Блять, Уня, живи! Уня жива. Я в кусте. Бегом, собирайтесь на грузовик и в зону топите, блядь. Ну, я... Ну, кто там рядом? Зера, Сыч, Лунь. Ты на метке пехоты, да? Я на метке пехоты, да. Ну, я где-то в твоем районе. Там что-то на высотке стоит, это... что это? Зеро, блядь, садись! Красная метка 1.5, там на высоте какие-то антенны висят. Как тебя стоит. Переключить? Так, я на 4? Убью, значит, нет, кают, нет, скорее, на 4. Какой-то. У меня же куча гранат. Вон, товарищ, все, техника, кто я... на этой самой, на хуйне, ты на грузовике, бегом в трейдер. Давай заберем Уни и втопим в трейдер. У меня нету! Уни, я прям по дороге еду в твою сторону. Ты ее... Я у камней слева от дороги, там где дым. Блять, ну ты гонишь. У меня голова пробита. Что, Сыщик, как тебе стекла? Не пробил. Да блять.